Вылазь, говорю, на коленях в субботу не стоят. Не разрешается. Вот туда, в крайний левый угол. Женское место. Давай. От пожара, от несчастья. Тебе, Боже, слава и хвала, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Богу нашему слава. Все, поконим. Поконим. Игнат Тихонович, что не забыли? Я пошел за ним как раз. Благодарю. Прыгай, прыгай, прыгай. Как холодненько, садись в краешку, ему окна открой. Вы садись, а вы вдвоем сюда сядете? Ну, первый. Так, молодец, садись. Ему открыть окошко, если можно, открыть. Ладно, садись, закроешь. Перед деревней надо будет остановиться. Володя, можно окно открыть? Сейчас. Чтобы стекло приняли. Все. Лопата исчезла. Думаю, еще пройти там надо будет. Они, может, направо. Единственное, кого я еще не допрашивал, хотя он его жил и пацан. Осторожно, Никита. Анфима. Я хотела Володюшки нарвать. Поеду обратно на велике. Володюшку нарвать? Володушка, знаешь, чугунная, от печени. Он неси, ты захвати. Его не догонишь, он каждый вечер бегает. Он как осавел, легкий на ногу, был как серный. Коленки руль достаешь, да? Великоват он до нее. Если вода пойдет по льду, вот это мужчина какая. Так у нас высчитано все, 75 сантиметров, при подъеме воды еще запасные. Но при условии, что вода пойдет к каналу. Сколько много детей. Чем нас Марина поила? Желчь. Очень полезная. А чугунная какой-то? Желчь чугунная. На земле нагрузил, хватит нас еще. Марина, раз нас чайник не напоила, а чугунная. На молитве. Она не один день поила. Где один день? Еще не усыпали. Бежали. Мы туда. Чё? Сейчас идем. Ты не беспокоился ночью? Все. Кажется, вот тут тоже ночью. Сейчас посмотрите, как из-за поворота 90 градусов деревья. Калина. И не видно, кто едет. Вот сейчас увидите, мы сделали. Ну немножко тут. Вот это вот еще. Экскурсия. Полчасовая. Ну, площадь. А вот здесь смотрите сейчас направо. Вот она вплотную подходила, и никаким образом нельзя узнать было, едет кто или нет. Деревья прямо нависали над дорогой.
А сейчас посмотри. Видишь как? Вот это еще убрать надо. Сейчас, сейчас я развернусь. Вот. Пожалуйста. Ух ты. Вот это красота. А теперь, как бы ты ни выезжал по дороге, сразу видишь, что там кто-то есть или нет. Смотри, вот мы отсюда едем, смотри, вот здесь вот ничего не было видно. А сейчас отсюда и туда насквозь. Ну вот эти вот не смогли, они толстые, Андрей не смог взять. Это никак. Так корни, корни, снова пойти. Так бы вот еще вот эти три ветки бы. Вот здесь все спереди не было. Надо вот этот гребень лопатой. Ну, вставай, остановись. Ну, мы сейчас нам много сейчас нас тут. Сейчас быстро раз и все, а потом. А что? Этот гребнем цепанул. Сейчас сразу уберем туда или что? Да. Пока лопату, пока здесь все народ. Так он не выезжать будет. Ну, вон он пока, две секундочки. Сейчас. Давай. Алексей. У нас открыто. Пока дольше не будет. Ой-ой-ой. Что такое? Подержите. Давай. Красота какая. Так, где? Вон там. А, вон Сергей там, Павлович, за, ты запах. За мостом. Чуешь? Перед мостом. О, удивительно. Так, лопату давай. Пошел. Еще лопата есть? На тебя наезжайся. Запах изумительный. Я подержу. Давай. Ну, то на другую сторону. Отсюда туда. Вот здесь надо на ту сторону брат Никита наш. Вот. Да здесь тоже продавливался уже. Он говорит, чтоб там.
Слава Христу.